Здравствуйте! Сегодня я расскажу про термобелье Madball Thermo. Это демисезонное термобелье, которое подойдет на переходной сезон и на зимний сезон. В страшную жару в нем будет некомфортно, потому что оно слишком плотное. И для жары нужно термобелье на жару. А это термобелье, оно на такую погоду, как бывает осенью, и для активных видов спорта для зимы. Оно сделано исключительно из синтетических материалов. Здесь 62% полиэстера. Полиэстер дает мягкую структуру, приятную коже. Она гипоаллергенная, не раздражает кожу. А 30% нейлона и 8% спандекса – это как раз те искусственные волокна, которые совершенно не гигроскопичные, они не намокают, они не впитывают влагу, они отводят влагу на внешний слой термобелья, откуда она уже испаряется. 8% спандекса обеспечивает очень хорошие тянущиеся свойства термобелья. Оно реально хорошо тянется. Смотрите, вот в такой картонной симпатичной коробке есть zip-пакет с раскрывашкой. Внутри лежит уже термобелье, вот это синий цвет. Есть еще серое с белыми элементами и черная, как на мне, тоже с белыми элементами. Вот так вот выглядит это все. И вот так вот оно тянется, что где-то в полтора раза оно растягивается. Поэтому, если при первом надевании оно на вас наделось, но кажется, что немножечко тянет, то это нормально. Потому что оно немного сядет по туловищу. Оно просто растянется немного в тех местах, где вы чуть больше, чем это термобелье. И оно примет ваше очертания. Из приятного то, что растянувшись, оно не морщит, оно очень хорошо облегает кожу, оно имеет постоянно плотный контакт с кожей, забирает с внутренней поверхности влагу, отводит наружу, про это я уже говорил. То есть оно должно сидеть плотно, но при этом не должно хрустеть при натягивании. Если, когда вы его натягиваете, оно начинает хрустеть швами и там рвутся волокна, то это, конечно, оно вам мало. Но если оно налезло без хруста, то проблем никаких, это ваш размер. У кофты верхний длинный рукав с резинкой в конце, она плотно сидит по руке, оно не задирается вниз и не пытается съехать с руки, оно очень хорошо сидит на туловище. Кофта длинная, она может быть заправлена в штаны, и при нагибании вперед она не вылезает из-под резинки штанов. Термобелье нижней части — это штаны полной длины, оно доходит прямо до костяшек голеностопа. Оно хорошо сидит на ноге, сверху у него пояс, тоже эластичный, достаточно широкий. Опять же, при нагибании вперед оно вниз не сползает, и у вас не образуется неприкрытое термобельем расстояние кожи между штанами и кофтой. Обрез без высокого воротника стойки, это обычный круглый вырез. Если вам нужна защита шеи в течение зимы, то вы ее покупаете отдельно. Это может быть либо какой-то зимний подшлемник защиты шеи, либо просто какой-то баф. Но идея в том, что это термобелье, оно защиту шеи от холода не делает. И защитой шеи нужно будет озаботиться отдельно. Все швы на термобелье сделаны очень сложным оверлоком. Они плоские, они не натирают кожу. И у них нет никаких, вот я выверну, покажу, они внутри точно такие же, как снаружи, абсолютно плоские швы, которые не натирают. И это такой дорогой оверлок, который все это дело сшивает крепко с применением нескольких нитей. И эти швы, они очень хорошо держат, они не расходятся даже после нескольких стирок и после усиленного ношения термобелья. Термобелье связано очень хитрым способом. В тех местах, где у туловища повышенное потоотделение, сделана немного другая структура материала. Зоны менее плотной ткани с улучшенной вентиляцией расположены внутри на локтях, на сгибах и под мышками, в тех местах, где нужна усиленная вентиляция, чтобы было лучше потоотведение. На термобелье есть логотипы Madball на груди, на рукавах. И есть такой рисунок в виде перфорации кинопленки, потому что это просто красиво. Функционала у этого рисунка нет, только для привлечения внимания. Белье продается комплектом штаны и кофта. Оно упаковано, сложено вместе. И по отдельности, к сожалению, это купить нельзя, только комплектом. Но комплект удачный. Верх и низ совместимы и по длине, и по диаметру. Если ваш размер какой-нибудь, допустим, XL, и вы берете комплект XL, то и штаны, и кофты на вас налезут гарантированно. Термобелье Madball Thermo. Три цвета. Серый, черный, синий.